Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышно, видите перед собой картинку, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз у нас сегодня присутствует на нашем аналитическом обзоре, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. Рассматриваем мы прошлый торговый день с точки зрения выхода главной важной статистики, как она могла повлиять на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный новостной фон. Ищем возможности для входа сделок, точки входа и цели по нашим операциям. Так, вижу, в чате у нас есть активность, плюсики стоят. Значит, все нормально, все в порядке. Тогда, собственно, начнем. Ну и начнем мы с вами, как обычно, по традиции, с рынка черного золота. Значит, за прошлый торговый день рынок черного золота, да, показал такую разнонаправленную динамику, и уже ночью, да, то есть и, собственно, в ночь, да, со вторника на среду показал очень неплохое укрепление. Вот. Что касается цифр, которые вчера у нас выходили от Американского института нефти, то по его данным уже запасы нефти в США упали за неделю до 4,3 миллиона баррелей. Аналитики в среднем уже ожидали прирост на 3,3 миллиона. Данные же о падении запасов спровоцировали как раз положительную реакцию в дальнейшем рынка черного золота уже поздно вечером. Поэтому, собственно, был такой позитив, что помогло, собственно, рынку черного золота развернуться. Ну и, собственно, разворот мы увидели от уровня 37.29 движения. На текущий момент, то есть находимся мы в диапазоне. Диапазон у нас 39.33 уровень верхний, ну и, соответственно, 37.84. Это есть у нас на текущий момент поддержка. Вот, будем сегодня, собственно, сегодня дальше продолжать ожидать. Также у нас сегодня в ожидании цифры от Министерства энергетики. Также посмотрим, что у нас будут, какие цифры, какие данные. И дальше уже увидим, возможно, так же, как и вчера, да, то есть, скажем, позитив по рынку черного золота и, возможно, движение уже к верхней границе уровня. Вот, то есть посмотрим, собственно, задержались мы пока как раз у границы 37.29. Если посмотреть на 4-часовке, да, ну, а сейчас мы видим, идет у нас движение наверх. Посмотрим, где мы сможем образовать максимум, да, на 4-часовке, и дальше уже отсюда будем действовать. Возможно, как раз мы можем образовать его уровня 39-33 и пойдем, собственно, на разворот. То есть все это вполне возможно, да, то есть вполне реалистично. Вот, ну и дальше уже будем, собственно, действовать. Вот, пока у нас такого хорошего момента, да, для входа нету, поэтому будем ждать. Что касаемо золота, золото у нас вчера образовали мы максимум, который, собственно, у нас оказался ниже, чем предыдущий, да, то есть это означает то, что сейчас у нас идет разворот, мы его прекрасно видим, соответственно, у меня открыта продажа, ну и, собственно, с продажи, да, то есть видим, пошел разворот, движение вниз, цели вблизи уровня 1216.93 идет. То есть сейчас, на текущий момент, ну и на сегодня, думаю, что мы будем все ближе и ближе к цели нашей. Вот, поэтому, ну, золото у меня еще вчера было открыто, наверняка все помнят, кто смотрели. Вот, будем
будем дальше наблюдать, мониторить за движением. Вот. Ну и сейчас мы видим, что идет, собственно, со временем, да, то есть будет пробитие уровня уже 1227.35 вниз движение, то есть те, кто, собственно, еще не находится, да, то есть в продажах по золоту, вот, в принципе, можно будет рассмотреть уже в последующий час на движение уже после пробития уровня, движение вниз, ну и, собственно, рассмотреть уже цели для продаж, да, то есть, ну, у меня, скажем, такая уж глобальная хорошая цель стоит вблизи уровня 1216, то есть этот уровень на текущий момент является достаточно неплохим, вот, ну и вблизи данной цели поставил, собственно, профит свой, вот, ну и вам также, собственно, можно будет. Конечно, что касаемо закрытия там сегодня, да, ну, обещать, конечно, не могу, да, то есть, ну, что-то говорит, что сегодня закроется, да, в принципе, никогда не знаешь, да, у нас временной фактор всегда остается неизвестен, вот, то есть мы можем сегодня закрыться, да, то есть можем завтра закрыться, но видно уже на 4-часовике, что действительно у нас идет возобновление движения уже вниз, ну и то, что со временем, да, движение вниз, ну и достижение цели вполне вероятно. Вот. Поэтому, собственно, будем ожидать. Что касаемо рубля, здесь вчера видели мы движение к уровню 69, да, собственно говоря, пробитие данной зоны, да, то есть сейчас мы видим, что цена опять находится у данной границы, да, возможно, сегодня увидим мы движение вниз, да, то есть открытие гэпа вниз в связи с тем, что у нас поздно ночью, да, то есть рынок черного золота укрепился, вот, и в связи с этим можем увидеть вполне гэп вниз, ну и опять же окажемся мы внутри диапазона 69 и 66.63 движение. Вот, и после этого, если у нас все-таки рынок черного золота, да, то есть после сегодняшнего такого отката пойдет опять вниз движение, да, то есть после формирования максимума, то возможно увидим опять же дальнейшее движение уже по рублю. Ну и как только подойдем мы, собственно, к уровню 69.78, когда уже действительно у нас на 4-часовке у нас цена закрепится выше уровня 69, то есть можно думать уже о покупках, собственно, покупки, ну и движение уже к дальнейшим целям 71.30. Далее у нас евро. Вчера у нас евро абсолютно разнонаправленную динамику показал против доллара. Разноправленное движение. Соответственно, у нас есть уровень 13.97, да, который пока никак не может цена пройти, да, то есть сколько раз мы пытались, но ничего не получалось. И вот вчера, опять же, вечером уже также были попытки, ну, собственно, ничего не получилось. Ну и, собственно, в поддержку самого евро, да, то есть оказали уже комментарии представителей ЕЦБ Новотны, вот, который выступал, он отметил, что только одни действия ЕЦБ не помогут уже предотвратить дефляцию, которая сейчас есть в еврозоне, и необходимы уже дополнительные государственные инвестиции. Кроме того, Новотный добавил, что если бы ЕЦБ не принимал меры, регион уже бы давно был в состоянии дефляции. Также политик заявил, что как только ситуация улучшится, денежно-кредитная политика и процентная политика будут пересмотрены. Дальнейшее повышение пары как раз затруднили уже позитивные данные по США. Также вчера выходили у нас
в Market отметили, что поставщики услуг США сигнализировали об умеренном восстановлении роста деловой активности и устойчивом росте уже занятости в марте месяце. Уже с учетом сезона колебаний, окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США вырос до значения 51,3 в марте месяце по сравнению со значением 49,7 в феврале. И уже вернулся обратно выше уже порогового значения 50 ровно. Тем не менее, уже последнее чтение было вторым самым низким показателем с октября 2013 года и указало лишь на небольшой подъем выпуска продукции. А между тем, другой отчет показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США, уже рассчитываем институтом управления поставками, вырос в марте до значения 54,5 со значения 53,4. Ну и согласно уже прогнозу, показатель должен был вырасти до значения 54 ровно. Вот, собственно, такие вот у нас были данные, статистика по еврозоне, в Америке. Вот, ну и на текущий момент, если смотреть уже техническую картину, да, то есть находимся мы в таком узком диапазоне движения, то есть пока у нас абсолютно неопределенность, да, в отношении евро-доллара. Ну и по-прежнему у нас среднесрочная техническая картина, да, идет именно в пользу укрепления евро против американца. Вот, видим мы, что сейчас идет, скажем, коррекция, да, то есть, ну и дальше уже после коррекции, когда она закончится, да, закончится может вполне сегодня, в ближайшее время, ну и соответственно на развороте здесь уже можно будет делать попытки по покупке, да, покупки евро, причем, ну, собственно, краткосрочная покупка с целью к уровню 1.1397. Вот, ну и очень важный момент, конечно же, если мы вдруг увидим все-таки пробитие зоны 1.1438, да, то есть это очень хороший уровень, можно сказать, психологический такой уровень для евро. Если мы увидим движение наверх, закрепление уже выше уровня, то здесь уже вполне можем открывать хорошие покупки, да, то есть уже по дальнейшему движению, преодоление дальнейших целей. Вот. Но пока, конечно же, об этом говорить еще рано, то есть мы смотрим на факты, на текущую ситуацию. Текущая ситуация складывается пока вот для евро, да, который двигается у нас в диапазоне 1.1397 и 1.1335. То есть в этом диапазоне идут у нас такие разноправленные движения. Ну и, конечно, в таких движениях торговать очень тяжело. Поэтому мы с вами будем, собственно, ожидать лучшей ситуации. Посмотрим, если сегодня мы образуем, соответственно, минимум, да, разворот движения наверх, ну и дальше уже можно будет подумать о коротких покупках, да, там в пределах 30-35 пунктов. Так, дальше у нас фунт. Вот, собственно, фунт у нас продолжает падение. Значит, если рассматривать четырехчасовку, мы вчера отмечали, да, если у нас произойдет пробитие на четырехчасовке, да, то есть пробитие линии поддержки, ну и, соответственно, главное, чтобы цена закрепилась ниже уровня 41.74, собственно, это и произошло, да, вчера, сегодня, вот, ну и, собственно, я открыл продажу по фунту, да, то есть уже по технической картине прежде всего, ну и, собственно, с целью вблизи уровня 41.4071. движение в эту зону, то есть там получается около 50 нейропунктов, ну так и есть, 57 пунктов цель. Вот, поэтому посмотрим, в принципе, вполне сегодня достижимая цель для нас,
движение вниз. Ну и опять же, в связи с тем, что возможно давление на рынок черного золота, да, то есть и черное золото, скажем, отчасти тоже сырье, да, то есть влияет, цены на сырье влияют на курс уже фунта, ну, конечно же, скажем, отчасти, да, то есть не в большей степени, как это связано, там, допустим, с канадцем или с рублем, вот, но все равно есть, скажем, небольшая отдача. Вот, но в любом случае, сегодня, если смотреть техническую картину, то все складывается именно в пользу снижения по данной валютной паре. Ну и будем смотреть, собственно, уровень 1.4071 является достаточно неплохим уровнем промежуточным. Вот, будем смотреть, если мы его сможем преодолеть, ну, собственно, либо сегодня, да, при очень хорошем движении. Хотя мы уже, в принципе, увидели, да, достаточно неплохое движение. Вот сегодня, если мы сможем преодолеть данный уровень, будем ждать, собственно говоря, отката, да, ну и уже на развороте дальше по движению вниз будем торговать на продаже. Да, то есть на продажу, пока мы видим, идет вот именно такое давление, да, на британскую валюту. Несмотря на то, что и доллар, как правило, да, то есть пока тоже находится под давлением. Вот, поэтому сегодня смотрим, ожидаем, то есть ожидаем дальнейшего движения. Вот, техническая картина нам про это и говорит. Ну и, собственно, цели у нас по движению, по продажам есть, то есть это уровень 1.4071. Вот посмотрим, сегодня вполне можем достигнуть этот уровень. Далее, по франку. Вот франк, собственно, у нас сегодня пошел на коррекцию наверх, да, то есть сейчас мы находимся на уровне как раз 95.85. Движение, ну и ждем движение наверх. Собственно, был у нас флэт, вот как раз я его отметил, флэтовая зона, вот на 4 часовке очень хорошо виднеется эта зона. Ну и самое главное, для того чтобы, скажем, увидеть разворот, да, по доллар-франку, то есть ждем пробития, собственно, границы 0.9659. Ждем пробития наверх и дальше уже будем думать о покупках. Вот, но пока ничего не делаем, пока ждем. Сейчас вот мы видим, есть у нас зона коррекции, да, в нисходящем тренде нашем. Вот. Как только коррекция закончится, возможно, она закончится уже вот в ближайшее время. И дальше уже на развороте, тут уже, собственно, можно думать уже о продажах и укреплении, дальнейшем укреплении франка. Вот мы с вами об этом говорили вчера, да, то есть цель у нас по продажам 0.9485 уровень. Будем смотреть, наблюдать. Далее, по иене. Значит, иена у нас вчера также достаточно неплохо укрепилась, когда мы с вами проводили, да, наш семинар. Было у нас пробитие, я вам говорил, что нужно обязательно ждать ретест к уровню 110.71, ну, собственно, вчера так и произошел, и уже после ретеста на откате те, кто смог, да, вчера поторговать и увидеть данное движение, да, то есть очень хороший был сигнал на продажу. Вот, ну и движение достаточно неплохое было, можно было вчера, то есть в районе 50 пунктов, да, спокойно взять прибыли по доллар-иену. Сегодня также у меня открыта позиция, да, то есть после того, как мы уже сегодня с утра, да, опять же,
попытались уйти к уровню 110.71, и после этого произошел опять разворот, движение вниз, опять же укрепление иены. Сейчас мы видим тоже потихоньку, помаленьку иена укрепляется, да, то есть иена сейчас пользуется спросом. Ну и цель у меня стоит вблизи формирования вчерашнего минимума. Вот, сегодня также будем ожидать дальнейшего укрепления японской валюты, да, то есть пока все у нас идет, смотрите, как очень хорошо, да, для иены очень хорошо укрепляется, причем практически без откатного движения, да, то есть без коррекции, как это бывает, да, там очень хорошие коррекции бывают, там по фунту бывают коррекции, да, там по новозеландцу, по австралийцу, вот здесь безоткатное движение, да, то есть мы видим, что пока, собственно, да, крупных участников ничего не может сбить в отношении японской валюты, да, то есть ее приобретают, ну и в принципе в конце 15-го, в начале 16-го года, да, то есть эта валюта однозначно приобрела статус такое, ну скажем, валюты убежище. Вот. Ну и на сегодняшний день так оно и есть, собственно, поэтому, несмотря на выходившую статистику, да, негативную статистику по Японии, мы про нее говорили ранее, все равно иена продолжает укрепляться, иена продолжает покупать. Ну и дальше посмотрим. Что касаемо вчерашнего выступления, вчера у нас выступал премьер-министр Японии Синдзо Абе. Он отметил, что необходимо воздержаться от уже необоснованных инвестиций на рынке и уже избегать конкурентной девальвации валют. А в то же время главный секретарь кабинета министра Японии, товарищ Суга, так называемый, заявил о уже нежелательности чрезмерных колебаний валют и добавил, что правительство будет координироваться с партнерами и в случае необходимости предпринимать соответствующие действия. Ну и, собственно, что касаемо различных интервенций, да, валютных интервенций, то пока, собственно, правительство Японии, Центральный банк не особо стремится как раз к этим интервенциям, потому что эти интервенции могут особо не повлиять как раз на то, что японская иена может ослабиться, да, то есть потому что есть крупные участники, да, рынка, есть, собственно, партнеры, которые могут также влиять положительно на японскую валюту. Вот, и поэтому преждевременные действия, да, ну и, соответственно, затраты могут не оправдаться. Поэтому дальше будут ждать, смотреть, пока иена не опустится к уровню 100, например, да, тоже психологический уровень такой, ну и, может быть, там уже что-то будут предпринимать. Вот, пока иена, конечно же, показывает достаточно неплохое укрепление. Так, дальше. Собственно, иена, в отношении иены здесь понятно, то есть здесь все идет к движению, собственно, движению нисходящему. Ну и у нас есть цель по достижению, да, это уровень 109.65. Когда мы сможем достигнуть, да, можем достигнуть сегодня, можем достигнуть уже завтра утром, поэтому посмотрим. Вот. Но в любом случае нисходящее движение, которое у нас есть, оно у нас продолжается. Продолжается, да, после как раз вот ретеста к уровню 110.71, разворот движения вниз происходит. Вот. Что касаемо канадского доллара, то канадский доллар продолжает у нас рост. Вчера мы сформировали очередной максимум, который выше у нас, чем предыдущий, да. Была открыта мне вчера сделка, закрылась она у меня, покупку стояли мы от уровня как раз
Здесь у нас уровень 1.3093. Движение вот сегодня тоже я на развороте, уже на формировании сегодняшнего минимума. Открыл покупку. Сейчас нахожусь в небольшом плюсе. Ну и покупка у меня короткая. Короткая покупка. Профита у меня пока нету, да, то есть буду смотреть, ожидать, мониторить, ну и сам закрою как раз вблизи уже уровня 1.3175. Вот, собственно, пока идет движение, собственно, тренд у нас продолжается. Ну и есть у нас все-таки все равно среднесрочное движение, да, которое пока смущает. Вот на дневке это очень хорошо видно. Среднесрочное движение вниз. Ну и очень важный момент. По-прежнему ждем, для того чтобы увидеть действительно разворот среднесрочного тренда, ждем пробития зоны 1.3310. Вот, отмечали мы этот уровень, и по-прежнему мы на него ориентируемся. Вот, пока только короткие покупки, не более. Вот, а в дальнейшем уже по пробитии данной зоны, данного уровня, то есть можно будет уже думать о покупках в средний срок. Вот таким образом, то есть сегодня мы увидим дальнейшее движение, дальнейшее укрепление, скажем так. Ну и обязательно параллельно смотрим также на рынок черного золота, то есть корреляция есть, без нее никуда. Поэтому наблюдаем. Далее, что касается австралийца, сегодня, собственно, австралиец у нас подрос. Вчера мы увидели разворот, соответственно, разворот к уровню 0.7558. Ну и ожидаем, собственно, закрепление цены выше данного уровня, да, то есть пробитие на 4-часовке. Пока мы видим, что пробития у нас никакого не было, да, то есть и более того, видим, что сейчас потихоньку идет разворот, опять же. Тренд у нас по-прежнему среднесрочно идет восходящий тренд. Вчера мы сформировали минимум, да, но этот минимум у нас по-прежнему находится выше, чем предыдущий, да, то есть максимум у нас также, каждый максимум, да, у нас идет выше, чем предыдущий. Это означает, что у нас правило формирования восходящего тренда, да, оно выполняется абсолютно. Вот, поэтому дальше будем смотреть, ожидать. Ну и мы вчера об этом говорили, сегодня тоже. Как только мы закрепимся выше данного уровня 0.7558, здесь уже можно думать о покупках. Покупках по австралийцу, ну и, собственно, цель для покупок здесь достаточно неплохая будет, 0.7644 движение. Вот, но пока будем смотреть, ожидать. Вот, и если мы уже в течение сегодняшнего дня, да, может быть, собственно, завтра уже все-таки сможем закрепиться уже ниже уровня 0.7443, да, то есть здесь уже будем ожидать разворот тренда, да, и думать уже о продажах по австралийцу с долларом. Вот, ну, возможно, уже сегодня, да, вполне возможно, мы сможем это увидеть. Также по новозеландцу, да, новозеландец у нас вчера также образовал минимум, да, то есть пошел на отскок, практически дошли мы до цели 0.6821, да, то есть и сейчас мы видим дальнейшее движение вниз, коррекционное. По-прежнему на 4-часовке мы видим, что у нас есть общий тренд, у нас идет восходящий. Зоны коррекции здесь, конечно же, очень-очень такие серьезные. Да? То есть, если сравнивать, допустим, тренд по новозеландцу и тренд по доллар-иене, да, то, конечно, тут
На таких движениях, если мы торгуем по тренду, да, торговать можно очень аккуратно в отличие, да, то есть от японской иены, где практически безоткатное движение идет уже вниз. Вот здесь по-прежнему, пока мы видим, есть зона коррекции в нашем среднесрочном тренде. Вот, и если мы увидим смену тренда, да, то есть нам нужно дождаться, когда цена у нас пробьет зону 0.6671, закрепится уже ниже данной зоны и, соответственно, обновится у нас среднесрочный локальный минимум, который будет уже ниже, чем предыдущий сформированный. Вот он у нас минимум. И дальше уже действительно можно будет действовать на продажу. Вот. Но пока, то есть у нас есть коррекция, вот она. И уже дальше, когда коррекция у нас закончится, да, в принципе, она может и сегодня закончиться, а может, соответственно, и быть смена тренда вполне вероятно, да, то есть посмотрим. Ну и дальше уже будем действовать по новозеландскому доллару. Так, давайте посмотрим, значит, что у нас есть на сегодня интересного. Вот на сегодня у нас среда. Заседание ЕЦБ сегодня в 10:00 по Москве. Так, ну здесь, в принципе, на заседании, да, то есть на данном заседании ЕЦБ особо заострять внимание на него не нужно, интересного ничего не будет, нужно будет заострять внимание на завтрашнее уже вот событие в 14:30, сведения о заседании по монетарной политике. То есть здесь уже будут протоколы заседания выходить, которое у нас было как раз в прошлом месяце. Ну и главное сегодня событие, вот протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Вот. И сегодня, возможно, крупные участники смогут там увидеть какие-то детали, да, детали уже прошлого заседания. Сегодня будет публикация. Вот. В 21:00 сегодня главное событие, поэтому, возможно, увидим повышенную динамику, да, уже. Ну и, соответственно, интерес наверняка будет к данному событию от крупных участников. Также, собственно, выступление члена комитета по открытому рынку ФРС будет, Мейстер, будет, ну, как раз перед протоколом сразу же, да. Ну и канадец, да, у нас сегодня индекс деловой активности. Здесь мы видим по цифрам прогноз 55, прошлая величина 53,4. Да, то есть по прогнозу видим, у нас цифры положительные, это, соответственно, положительный эффект будет для канадской валюты, если у нас по факту цифра будет лучше прогноза. Вот, будет такое краткосрочное укрепление небольшое канадского доллара. Значит, ну, собственно говоря, сегодня в отношении британского фунта, Британии, да, у нас новостей никаких нету. Вот, что касаемо, опять же, еврозоны в целом, тоже у нас особо событий сегодня никаких нету, да, которые можно действительно отметить, кроме, собственно, заседания, да, то есть если и будут какие-то движения, тоже, собственно, небольшие, краткосрочные, да, там, может быть, в рамках там, 30 пунктов максимум. Вот, поэтому основное, конечно же, внимание сегодня как раз вот на, обращаем внимание на Америку, да, то есть протоколы и выступление члена комитета по открытому рынку. Ну и плюс рынок черного золота сегодня ожидает запасы нефти от Министерства энергетики в 17:30. Так, ну и ночью у нас, что сегодня ночью интересно, также вот выступление председателя ФРС США Джеймса Булларда. В принципе, на его высказывание, выступление обращают внимание крупные участники. Будет уже поздно, 1:30. Вот, то есть, ну, те, кто
сможет, да, в это время присутствовать в рынке. Вот, можете пронаблюдать, как его высказывания отразятся уже на инструментах наших основных. Ну и в 2.30 индекс активности в строительном секторе по Австралии. Вот, Япония в 2.50, инвестиции в иностранные облигации будут выходить в 2.50. Валютные резервы транслируются. Но здесь мы видим, что прогнозных величин у нас пока нету. Поэтому сказать что-то сложно. Так, ну и что? Значит, в принципе, на текущий момент все. А сейчас посмотрю, тут комментарии вижу. Владислав, скажите, пожалуйста, заседание ЕЦБ будет в 10 сегодня. Ну да, вот, получается, в 10 по Москве. Так, новости по иене были не очень, но растет это из-за доллара. Нет, это не из-за доллара, а это, собственно, из-за крупных участников, которые сейчас, да, предпочитают вкладывать активы свои в японскую валюту, японскую иену, поддерживают. Вот, поэтому иена укрепляется. Так, значит, что у нас на текущий момент? У меня пока все. Собственно, хочу вам на сегодня пожелать хорошего настроения. Да? То есть, если есть уже какие-то сделки открытые, есть по ним результат, старайтесь свои сделки переводить в безубыток. Да? То есть, передвижением стоп-лосса на цену открытия. Ну и встречаемся уже чуть позже с вами в 14.30. По Москве уже рассмотрим, да, вероятности наших целей будущих, да, ну и посмотрим, что у нас с настоящими нашими сделками. Так, ну что, значит, всем спасибо, всего доброго и до скорой встречи.